России. И сегодня, как и тогда, на улицах многолюдно. Митинги, шествия, концерты. Праздник начался с самого утра. Два флага, российский и крымский, пронесли по центральным улицам Симферополя, чтобы даже с воздуха было видно – Крым – это Россия. На триколорах пожелания самих крымчан в адрес любимой республики. Для каждого этот день особенный. И у всех свои истории. Кто-то был в ополчении, следил за порядком во время референдума, чтобы не было никаких провокаций. Кто-то голосовал всей семьей, даже с маленькими детьми, приходя на участок. И сегодня, если вдруг потребуется, крымчане без сомнений готовы вновь подтвердить свой выбор. Я 25 лет мечтал. 25 лет. И пришел этот день. Думал, не доживу. Мы просыпались чуть свет и бежали на избирательный пункт для того, чтобы проголосовать. Вы знаете, мне казалось, что когда я прибежала, я буду первой. Там был уже весь наш микрорайон. Мы были абсолютно счастливы. Ура! Россия! Навсегда! В Совете, где принималось решение о проведении референдума и у стен которого и начинались события Крымской весны, звучит российский гимн. Для крымских политиков это